Что такое измена родины? Что моя родина есть? Я вообще родился в Башкирии во время войны. Башкирия моя родина. Я могу изменить Башкирии? А нет, больше. Вот Башкирия была частью СССР. Ага, значит, вы подменяете понятие родина понятием государства. Значит, у вас уже путаница понятий, да? Родина – понятие не юридическое. В кодексах разных стран есть понятие государственной измены. Да, ты можешь изменить государство, если ты ему присягал.